Жители края, которые планируют провести отдых на острове Хайнань, подвергают свой отпуск риску. Ситуация, когда туристов массово не заселяют в забронированные в России отели, может повториться, считает вице-президент региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева. Специалист рассказала, что в начале и в середине ноября алтайские туристы столкнулись с тем, что, прилетев на отдых, их места в отелях были заняты. Людям предложили варианты, уровень которых, по мнению Натальи Гордеевой, нередко были ниже заявленных. Ранее в подобной ситуации оказались жители Томска, а на днях почти 300 туристов из Хабаровска, трое суток ожидали вылета в китайском аэропорту, якобы из-за поломки самолета. Вернуться домой удалось только сегодня. Во всех случаях фигурировал один и тот же оператор «Жемчужная река». Наверное, нужно все-таки очень хорошо оценивать, ну, скажем так, риски. Скоро китайский Новый год. И вот лично у меня нет уверенности, что ситуация не повторится. Я не могу однозначно не рекомендовать, не приобретать тур этого оператора. И однозначно рекомендовать я точно так же не могу. Наверное, все-таки здесь каждый турист взвешивает риски и решает для себя. Напомним, прямой рейс из Барнаула на Хайнань был открыт 3 месяца назад, в августе. При этом старт полетной программы отменялся трижды.